Книга «Шкатулка со сказками. Стихи поэтов Болгарии для детей». Составитель сборника, профессор Софийского университета Галина Петкова, выбрала 5 наиболее известных в Болгарии детских поэтов, живых классиков: Ивана Цанева, Виктора Самуилова, Зою Васильеву, Майю Долгачеву и Петю Кокудеву, пишущих и для маленького читателя, и для подростков. Специально для этого издания стихи переведены известным поэтом и переводчиком Михаилом Ясновым. Иллюстрации Ольги Явич. В луже. После сильного дождя на дороге лужица. В луже небо вижу я, в небе птица кружится. Вот ботинок, вот рука, весь я тут как тут. Снизу в небе облака подо мной плывут. Во что играют медвежата? Во что играют медвежата? У них игрушек маловато. Им приносили без затей одних лишь плюшевых детей. Меня, тебя. И вечерами они теперь играют с нами. Нас обнимают много раз и что-то говорят за нас. Мальчишка плюшевый, девчонка, мы все любимцы медвежонка. Зимою спит он крепким сном, а мы берлогу стережем. Шу-шу и шиши. Мама, дай скорее ухо. Шу-шу-шу, ши-ши-ши. Ничего не понимаю, поразборчивей скажи. Я боюсь, услышат гости. Ой, что ж тут страшного, сынок? Ну, просто может быть неловко, у тебя сгорел пирог. Страшная месть. Вот я стану взрослым, приглашу гостей. Угощу их вкусной рыбой без костей. И в разгар веселья, на потеху нам, маму вместе с папой выведу к гостям. Пусть стихи читают и поют для всех. Пусть их ожидают слава и успех. Пусть в восторге гости скажут «ну и ну». Я за щечки маму с папой ущипну. А потом отправлю в детскую опять. Ну-ка, чистить зубы и ложиться спать. Вы никак остаться с нами собрались? Живо спать, немедленно, по кроватям, прысь! Белый снег и небо синее, ветви светятся от инея. День сегодня как подарок, как страница без помарок. За невидимыми стенами, словно в сказочной стране, двор цветами белопенными так и тянется ко мне. День сегодня как подарок, как волшебная тетрадь, как страница без помарок, где стоит большая пять.